Галина Пшеничникова, 55 лет, Курган. 2 года назад Галина вышла на пенсию и с тех пор посвящает все свободное время любимым внукам. 3 внуков – это очень здорово. Как я говорю всем, это счастье, умноженное на 5. То есть 3 внука, дочь и зять. Но счастье омрачают проблемы со здоровьем. Последние полгода вся семья Галины постоянно болеет то гриппом, то ОРВИ. Заболел младший, заболел сразу 2-й внук, и заболела я буквально на следующий день. Даже было такое, что «а если я умру?» Ну, так среди ночи, потому что как бы такие боли в горле и температура. 2 недели отболела. Думала, что уже как бы, ну, все, я себя хорошо чувствую. И снова ночью температура. И если внуки переносят болезни легко, то у Галины не обошлось без осложнений. Заложенность носа я чувствую. Даже ночью просыпаюсь от того, что у меня вот боль в горле, сухость. Я пришла на эту передачу, чтобы узнать, как защитить себя и своих родных от заболеваний и их последствий, и что для этого нужно сделать.